Всем привет! С вами Комаров Виталий. С новой прической. Это все я. Лето я всегда на лысо стригусь. Так о чем бы мне сегодня хотелось поговорить-то? Я вот веду канал, да, и волей-неволей мне приходится обращать внимание, что там происходит на нашем Ютубе. И я заметил такую штуку, что людей становится больше, которые выражают свое мнение против нашей власти, против президента. И что интересно, эти люди с каждым разом все молодеют и молодеют. Сейчас уже все больше роликов становится таких, которым лет по 20-18, флешмобы организуются. Это довольно-таки серьезно вообще-то. Мы-то, взрослые люди, не хотим всем этим заниматься. Чего же нас не вытащишь на улицу? Мы же боимся потерять работу, что-то там еще. Боимся, что нам власти мстить начнут. Всячески всевозможно. А молодежь вот не боится, она у нас безбашенная. Вот интересно, а к чему это все приведет-то? Кто-то вот сейчас скажет, у кого дети такие, да что я там сейчас ему ремнем, и хрен куда он у меня пойдет. Ребят, сомневаюсь, что это получится так сдержать. Вообще, можно было бы в это дело молодежь-то не втаскивать. Могли бы в свое бы время, может быть, даже сейчас, собираться на митинги, выражать свое мнение. Глядишь, все бы по-другому было. Глядишь, бы так не воровали. Глядишь бы, и жили бы нормально, и зарплата нормально была бы. Но нет. Как можно ссать против ветра? Ты что, это же начальство. С ними ничего не сделаешь. Ты же один такой. Один ничего не сделаешь. И вот так вот мы каждый сидим и ссымся. А молодежь организует флешмобы, выражает свое мнение, публикует свои стихи. А мы, да, а что толку? Ребят, вот честно сказать, придет такое время, вот эта вот молодежь, она выйдет на улицу, и не ваши ремни, и не ваши угрозы всему этому не поможет. Когда вот переубивают половину наших детей, вот тогда вот мы, наверное, проснемся. Скажем, да, надо за себя стоять, за законы, за свои права стоять. Это сейчас, что там? Ничего страшного. Вот у меня есть хороший пример. Да? Умею я авоськи вязать. Вот эту вот авоську, вот, я ее связал 4 года назад, да. У них две таких, вот они здоровые такие. Довольно-таки очень здоровые, сюда помещается, буквально в смысле полмешка. 4 года назад я ее называл пятисоткой. Пятисотка почему? Потому что 500 рублей сюда вот в нее, она полная, затаривалась. И это практически вот на неделю пожрать было. И довольно-таки качественных таких продуктов. А вот недавно пошел, и вот эта вот авосечка, она вышла в 2500 рублей. Вот так вот. Вы думаете, эта молодежь, она не понимает, что с каждым месяцем мы живем беднее и беднее? То есть тогда было вот 500 рублей, ну 500-700 рублей, а сейчас 2500. То есть в 4-5 раз у нас жизнь подорожала. У кого-нибудь зарплата выросла в 4-5 раз? Вы думаете, это ваши дети не видят? Они все это хорошо видят. Что люди-то все нищее и нищее становятся. И скоро вот такая вот авоська-то она не нужна будет. Раньше я ходил в магазин с женой своей. Две штуки такие брал здоровые. То есть на 1000 рублей брал. А сейчас одна на 2500. Вот так вот. Вы взрослые люди-то, вы же все взрослые, у вас голова у всех на плечах. Вы
немножко-то подумайте, что у нас происходит. Я же там не говорю там голосование, чего-то там, выборы какие-то. Вам вот, вот так вот в глаза сделают и скажут, иди голосуй, и вы пойдете. Вы будете делать все, что вам скажут. И вам будет совершенно насрать на ваших детей, то, что они когда-то выйдут на площадя с вилами, с лопатами. И против они их-то не будут идти с таким же оружием. Будут идти против них уже с автоматами, с щитами. А вы вот сейчас вот, вот глядя на это, да, вот авоська. Старинная такой, советская, да, вот такая вот здоровая. Раньше стоила 500 рублей, чтобы ее затарить. Сейчас 2500. Вот она. Раньше с двумя такими и на 1000 можно было закупиться. А сейчас одна и 2500. Зарплата у вас выросла в 4-5 раз. Вы стали жить лучше в 4-5 раз. Вы об этом задумаетесь. Потому что все, что не отстаиваете вы сейчас, будут отстаивать ваши дети. Они, дети, будут гибнуть за это все. За то, что вы сейчас ничего не хотите отстаивать. Вы не хотите бороться за свои права. Вас гоняют по кабинетам. За хрен знает что. Какую-то бумажку подписать. Вы бежите, еще подписываете десяток бумажек. Хотя у нас есть закон, принцип одного окна. Тот же самый президент выпятил этот закон. То есть человек подошел в одно окно и получил все, что ему надо. А вы ничего этого не хотите делать. Вы согласны со всем, что происходит вокруг. Вас могут чморить, вас могут давить, вас могут запугивать. И вы всего этого боитесь. Вы боитесь слово вякнуть. Попомните мое слово, придет время, и эта авоська нам будет уже стоить не 2500, чтобы вот ее набить. Вы будете ее набивать 5000 такую авосечку. Сейчас-то уже не каждый может себе это позволить. Так что пока вам на размышление мое видео, подумайте, что происходит. Так что до свидания. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео.